имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Это мой дедушка Никишин Василий Филиппович. Родился 10 мая 1924 года в деревне Иванково Жительского района Калужской области. Окончил 7 классов школы. После школы поступил в педагогическое училище, но по семейным обстоятельствам ему пришлось его бросить и поступить на слесаря. Когда началась война, завод эвакуировали в Ташкент. А когда дедушке исполнилось 18 лет, его призвали на службу. Присягу принял 15 декабря 1942 года при 1-м кавалерийском полку Украинского фронта и был отправлен на фронт. Служил разведчиком в звании рядового. За время службы дедушка не раз награждался различными медалями и орденами, но особенно хочу отметить орден славы, который дедушка получил за выполнение боевой задачи. На расстоянии 50 метров, где находились расположения противника и его огневые точки, установил местонахождение огневых средств противника. И, попадая под пулеметный и минометный огонь, был ранен 3 раза. И, не имея возможности уйти из-под огня, остался там до утра. А на утро доложил ценные сведения штабу. После этого война для дедушки закончилась. Он был комиссован. Я помню, я горжусь, служу России.